Всем привет, друзья, с вами Кеник, и сегодня мы начинаем полицейский участок открывать все 6 комнат. Комнат все 6, и попробуем выбить себе майку. Где падает майка, некоторые вопросы возникают, поэтому я хочу показать, что собирайте сначала ключи, а потом открывайте все 6 комнат, тогда именно вот тогда вы, возможно, выбьете себе майку. Она уже у меня есть, поэтому всех чуваков я тут зачистил. Сейчас еще вот этого чуть-чуть. Добьем. И все, да? Да. Начинаем. Раз. Два. Может, какая-то есть очередность, я пропущу один раз. Так. Не знаю, встанут пацаны или нет. Вроде никогда не остановились. Вот так. Ну и все, лутаем. Первое. Делали ли вы так? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Посмотрим, проверится наша версия. То, что 6 все, если открываю, что есть шанс, то выпадет майка. Нету. Сигареты и мясо вяленое. Ну, в принципе, логично, да? Подкрывать и поныкать можно. Минус. Они вот рычат, но они не встают почему-то. Вот. Да, ребят. Вот моя версия подтвердилась. Падает даже самодельная бита неплохая. Три пружины. Отлично. Вот так можно выбить майку. У меня, получается, она открылась в третьей. Но никто не встает. Раньше у меня вот в последней открывалась. Она рандомно, короче. А сразу удобно тем, что лучше всего найти, а потом уже все залутать. Точнее, ключи найти и потом уже их лутать. Вот, ребят, такой вот небольшой ролик. Если вам понравился мой видосик, обязательно по лайтосику скиньтесь. Вот такая маечка будет идти. Вы будете похожи на чувака, как из San Andreas. Только еще кожу поменять. Цвет. Ну и дубина. Дубина нормальная, в принципе, хоть и на красную локацию можно попользоваться. Ну и, конечно же, пружины. Пайка будет еще идти вам тоже неплохой добычей. И флешка. Кому-то, может, не хватался. Вот, ребят, небольшой такой ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши пальчики, пожалуйста, наверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не забывать. Все, всем пока. С вами был Кеник, как всегда. Чао-чао.